Здравствуйте, с вами Патриот. Сегодня будет короткое видео о смене дизайна. Если вам надоел новый дизайн на YouTube и у вас пропала кнопка вернуться на старый дизайн, то это видео для вас. Я уже залил как бы архив текстового документа на Яндекс.Диск. Там будет простой код. Вы его просто копируете и дальше смотрите, что делать. Переходите на YouTube, правой кнопкой по любому месту, выбираете «Просмотреть код». У вас открывается вот такая панель, выбираете вкладку «Консоль». Тот код, что вы скопировали в текстовом документе, который будет по ссылке в описании, просто его вставляете. Вот он, данный код. Просто нажимаете «Enter», у вас появляется вот такая надпись. Подождите. Вот вы вставили Enter, у вас появляется такая надпись. Вы обновляете страничку. И как мы видим, вернулся старый дизайн. Закрываем его. В итоге переходим обратно на YouTube. И как мы видим, вуаля, старый дизайн. Всем спасибо за просмотр. С вами был Патриот. Ставьте лайки, кому помог. Всем до скорой встречи.